Аппетитный палтус с белым, как лист мясом, и красный чевыч. Такое разнообразие цветов и ароматов ждет рязанцев на выставке продажи икры и камчатской рыбы. И речь идет не только о двух водоплавающих. На выбор горожан представлено аж 35 видов свежей рыбы. А почему вы здесь решили купить? Да. Ну, а где еще? В Рязани я больше не видел, не слышал. Ну, во-первых, вот чевычу я все время беру, она очень вкусная рыба. И по сравнению, как у нас чукапу продают, это лучше. Чевыч пользуется буквально бешеным спросом у рязанцев. Не зря эту рыбу называют коронным продуктом камчатского улова. То же самое можно сказать и про остальные виды рыбы. Дары Камчатки – это не только вкусная рыба и икра, но и источник витаминов этой осенью. Например, та же икра богата фолиевой кислотой, витаминами, микроэлементами и полезными для организма аминокислотами омега-3 и омега-6. Продавцы уверяют, что состав натуральный, только икра и соль. Да и слово «натуральный» применимо ко всему ассортименту. Продавцы в товаре уверены и работают быстро, чтобы обслужить большой наплыв покупателей. Шустро работают, не обвешивают. Ну, разнообразие побольше, конечно. Выставка продажи икры и камчатской рыбы расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она проработает до 9 октября включительно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».